Для вас, дорогие друзья, утренняя Архипова Осиповка. Время 9:43. Воздух 28, вода 20. Сегодня 29 июня. Купание разрешено. Сейчас покажу вам, как на пляже. Люди ходят, гуляют. Я еще, мне кажется, не проснулась. Но, тем не менее, уже здесь. Сейчас посмотрим. Море пока не пишет, что потеплело. Да, на отдыхе, конечно, можно и в 7 утра прийти, но на работе жесть. Хочется поспать еще. Такая вот водичка. Ну да, вода такая. Нужно привыкать. Так что, друзья, как только станет теплее, я сразу же вам сообщу. Хотя, если нагреться на солнышке, мне кажется, можно и в такую воду залезть с удовольствием. Нам тут поставили попкорн прямо передо мной. Так вот, я сижу здесь и смотрю на попкорн. Утро в Архипово Осиповке. Как прикольно, как прекрасно. Утром хорошо. Вот когда самое пекло, конечно, многие прячутся в жары. А вот с утра и вечером вообще красота. Уже идут с кукурузкой. Играют в карты, так, так классно. Так это когда было? Утром так прикольно, все шуршат, начинают готовиться к работе. Привет! И работница кваса начинает подготавливаться. Сейчас квас ей подвезли. Квас, лимонад. На посту спасатели. Вот такое утро, дорогие друзья. Так что, кому нравится, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться. А мы скоро вернемся. Пока-пока.